капитан, адмирал Дюголь намерен провести последнее тактическое совещание перед началом нападения на Аугустград. Пройдите в его комнату. Капитан, мы ждали вас. Как вы верно догадались, мы планируем наступление. Вы должны знать, что хотя Менгской не сможет получить подкрепление, и его постоянные войска весьма существенны. Августград – самый укрепленный город во всем Доминионе. Также нельзя забывать о том, что Менгск – превосходный тактик, и от него можно ожидать чего угодно. И помните, капитан, что у него еще есть крейсер и не только ядерное оружие. Мы ожидаем, что он будет использовать их при первой же возможности. Держитесь, капитан. Покажите императору, что такое правило конфедерации. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем прохождение. Ну что ж, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, у нас есть возможность подстроиться, как бы, вот здесь вот, спуститься вот сюда, например, сюда, и, в общем-то, развлекаться, но главная особенность состоит в том, что у нас есть некоторые проблемы, а именно... То, что движется на нас. И это то, что движется, оно скоро придет. Поэтому надо быть как-то более аккуратным. Давайте в срочном порядке мы будем строить различные полезные турели. Ибо просто посмотрите вот сюда, и вы поймете, в чем шутка юмора. В чем плюс, это то, что у них недостаточно на два выстрела Ямато пушки. Поэтому все хорошо. Но тем не менее, как вы видите, на нас уже идет атака, от которой мы должны отбиться. Это в данном случае получается два в центре вроде крейсера и три по бокам с каждой стороны. Нам привозят с вами дополнительное подкрепление, естественно. Но насколько сильно оно нам поможет, будет видно вот уже сейчас буквально через пару секунд. Ладно, добывай ты тогда. Окей. Подстраиваем все это дело. Мариков загружаем внутрь. Призраков не загружаем внутрь. Ну и надеемся, что мы выживем. В принципе-то. Так. Нужно как можно быстрее отбиться от всего этого. Так, я вроде сделал вот так, нет? Вот, а теперь отбиваемся спокойно более-менее образом. Как-то так. Но это, как вы понимаете, только начало. А у нас все еще хреновая экономика, и, в принципе, ничего такого особого нету. Ходу. Пару мариков вот тут висит, кое-как. Я разберусь. Куча жестокого воздуха. Ладно, отводим наших ребят вот сюда. Чай восстанавливаются. Как можно скорее. Нам нужно как можно больше юнитов, которые могут убить воздух. Как можно быстрее построить полезные вещи. Я пошел, я разберусь. Так. Пошел. Можно было бы, конечно, понести меньшие потери, но... Тем не менее. Да, чиним тебя. Все
Чиним тебя. Отлично. Здесь построй мне, пожалуйста, газилочку. Вскоре, насколько мне не изменяет память, на нас продолжится нападение. Поэтому ничем хорошим это не закончится. В любом случае, надо как-то выживать. Единственный на данный момент более-менее логичный способ — это периодически подстраивать такие вот эти вышки. И давать себе возможность добывать некоторые вещи. Отлично. У нас идет потихонечку добыча газа. Главное здесь выжить в первом нападении. Потому что после первого нападения у вас может не остаться войск, в принципе, как таковых. Я бы не сказал, что это сильно хорошо. Поэтому будьте аккуратнее на самом начале. Все, что будет потом, менее сложно, нежели выжить вот здесь. Ну, хотя здесь, на самом деле, тоже несложно выжить. В любом случае, я думаю, вы справитесь. Так, а вот теперь можно потихонечку заняться производством. Налаживать, так сказать, нашу экономику. Естественно, на нас будут приходить, как вы заметили, маринесы и прочие. То есть у нас здесь не только воздушные войска, но и наземные. Это не то чтобы очень хорошо, но тем не менее. Так, кого требуется подремонтировать? В принципе, у тебя, если только получается. Так, что касается тебя, ты мне построй, пожалуйста, академию. Иначе у меня не будет призраков. И не будет медиков, что для меня более важно. Не хватает минералов. Да, конечно. Это станок. Так. Мы восстановили немножечко нашим призракам. Так что будем готовы к нападению в следующий раз. Как минимум два воздушных крейсера мы сможем заевоидить. Окейшки. Пока все более или менее хорошо. Но опять-таки не забываем подстраивать полезные строения. Иначе у нас может быть некоторые неприятности. Строим здесь. Отлично. Подстраиваем еще чуть выше. Как говорится, чисто на всякий случай. Работа выполнена. Отлично. Так, работа выполнена, работа выполнена, великолепно. Минералов, к сожалению, не хватает, но окей. Так. Ну что ж, давайте я сейчас немножечко разовьюсь и, собственно, после этого присоединюсь к вам вновь. Я думаю, что это будет правильнее, потому что, скорее всего, серия займет много времени, я не хочу вас его отнимать. Поэтому я быстренько здесь усовершенствуюсь, быстренько здесь прокачаюсь, настрою энное количество войск, и после этого максимум вставлю самые интересные моменты, когда на меня нападали. Я думаю, этого хватит на первое время. Цель обнаружена. Работа выполнена. Так, ну что, мои дорогие друзья, давайте я уже буду потихонечку наступать на противника. Поглядим, что здесь есть. Берем с собой несколько танков. В
Выступаю я через центр, потому что здесь больше всего пространства, и можно как-то маневрировать, потому что... Если Глефы будет толпиться в одном месте, будет не очень хорошо. Вот так вот у нас они идут. По мне это просто замечательно. Один проверяет, остальные атакуют. Классно, по-моему, очень. О! Ей, гражданские! Убиваю всех гражданских. Работа. Так. Встаем вот так. Раскладываемся. Раздалбываем бункер. Подводимся до гляфов. Тем временем. Немножко коцаем, правда, их, ну да ладно. Выводим их наверх. В принципе, не забываем о том, что нам нужна постоянная прибавка войск, как гляфов, так и танков, естественно говоря. Ну, по крайней мере, теперь нас не будет атаковать напрямую сверху. Йента уже классно. Я вот не помню, что у нас находится вот здесь. Если у нас находятся еще минеральные поля вместе с газом. А также антивоздух на случай пролетания нашей ЦЦшки. Заводим сюда наших ребят. И понимаем, что там они уже не нужны. Ладно. Берем нашего шлабрека любого. Прибегаем им сюда. Отводим ребят быстренько вот сюда. Также быстренько где-нибудь здесь пониже, вот тут, например. Раскладываем быстренько наши танки на случай прилета какого-нибудь непонятного извращения. И смотрим, чтобы наш рабочий добрался до суда. Вот мы видим как раз то, о чем я говорил недавно. Складываем танки. Отводим их, естественно. И уничтожаем вот так воздух. Замечательно. Ах ты ж гад. Смотрите, какой наглый. Ща ему трындец будет. Вот так вот. Так, у нас здесь прибавление пришло в виде двух танков. Отсылаем их вот сюда. Выделяем на троечку. Здесь нам нужно энное количество тоже добавлять. Очень много там всякой гадости. Ну, думаю, мы это все дело убьем. Не работает это у вас, ребята. Не работает. Ладненько, здесь все на троечку. Давайте с собой возьмем детектор, дабы не извращаться. Выносим эту гадость. Очень жестокие голиафы. А, так, собираем с собой голиафиков. Вот так примерно. Добавляем тебя сюда, например. Выводим. Берем танки. Выводим. Ждем, пока у нас откдешится наши танки нормально. Также смотрим, что у нас здесь можно усовершенствовать, что сделать. Броню, например, прокачать можно. В принципе.
Давайте сразу на центр ссылать наши войска. Я все вижу. Не хватает газа. Виспена не хватает, к сожалению. Ну да ничего. Виспена мы как-нибудь запасемся. Минералов у нас, в принципе, много. Поэтому давай прям с минералом в зубах иди. Стой, пожалуйста, что-нибудь. А, ты без минералов в зубах, но тоже построй мне что-нибудь. Замечательно. А, вот почему у меня виспен плохо добывается, понятно. Один из вас все-таки добывает минералы, остальные там как-нибудь уже скажем, давайте. Итак, здесь бункеры. Как мы будем разбираться, интересно, с бункерами? Я даже вот не представляю. Наверное, все-таки через танки. Ну что ж. Вернусь к вам, когда дойду до вот этой базы. Примерно. Наверное. А может и сейчас прям сделаем. Берем детектора чуть-чуть. Служил. Вас понял. Служил. Как-то вас так. Понял. Служил. Принимаю сообщение. Не сомневаюсь. Что ж, видим, здесь у нас полно бункеров различного содержания. Надо сейчас еще не забыть развить базу, которая сверху. Сделаем вот так. Переместим ребят вот сюда. Все нормально. И вот здесь у нас база, насколько я помню, должна будет строиться. И мне нужен газ. Раз мне нужен газ, значит я размещаю максимально близко к газилке. Какие дела? Ну и ты построй мне, пожалуйста, газилку. Вы примерно одинаково построите это дело. Так. Ага. Ну, давайте. Так, все, готово вроде. Давайте пролетим сейчас вперед. Посмотрим. Как они мостик заминировали. Хорошо, не правда ли, да? Давайте подкатываемся вот сюда. Раскладываемся и волю стреляем по всему говну, которое там есть. Принимаю сообщение. Замечательно. У нас еще антивоздух есть как раз таки. Не сомневайся. Мы сложимся. Ну, покатились. Сюда перекатимся. О-о-о. Вы чего издеваетесь, что ли, надо мной? Ладно, раскладывайтесь так. Принимаю сообщение. Ну, не хотят они, к сожалению, нормально так идти. Ну, окей. Ладно, пока у нас здесь все нормально. Давайте на единичку запишем вот этих ребят. На двоечку у нас как полный отряд. Все, можно дальше раскладываться и бежать вперед. Заходим вот в этот угол сразу. Вас понял. Не сомневайся. Команда. Жалко танк, конечно, но в принципе все нормально. Почему вы не тех стреляете? Ступидите. Минус танк мой, короче, походу. Нет? Нет. Все замечательно. Я думал, будет минус танк. Убираем два вот этих танка подальше. Куда-нибудь, где они не помешают нам. И строим Голиафов, строим еще дополнительные танки. Отправляем, естественно, все вот сюда. А что у нас здесь? Здесь у нас все еще не построенная газилочка. А почему? Нафиг его знает. Потому что что-то, видимо, пошло не так. Ладно. Что ж, ребята. Вот эти танки будут сзади. Хорошо. И я с вами пересекусь снова, как только я смогу нормально подойти на их базу. Так.
что ж, давайте отряд номер один, отряд номер два. И поехали. Ну что ж, так как я совсем наглый, я делаю это вот таким образом. Не сомневайся. Поэтому я нападаю на них совсем наглым образом. Но я думаю, что это нормально. Не, это не работает, прости. От меня нельзя спрятаться в инвиз. Слушаю. Так, ну всех, в общем, вот так вот будем выманивать потихонечку. И я думаю, что разберем так. Так или иначе, но мы их разберем с вами. Отлично. Я считаю, что все в принципе просто шикарно. У нас подстраивается куча танков, и мы можем спокойно с ними работать. Это все классно, круто и очень великолепно. А потом давайте отправим сюда куда-нибудь Мариков, который будет просто веселиться с танками противника, веселиться с, не знаю, со всеми зданиями противника, и, в общем, со всем вообще, что может. По-моему, довольно неплохо. То есть танки веселят тех, кто является зданиями или еще чем-нибудь, а морпехи веселят всех остальных. Как по мне, то это просто замечательно. Проходить через одних только гляфов — это не так удобно. Да, гляфы сильны, но они, как говорится, не бессмертны. Вот мы уничтожаем здесь уже ЦЦшку. Так вот оно как-то и проходит. Ну не знаю, проще всего держать осаду через танки все же. Оно более безопасно. Ну и подстраивать, естественно, маринесов там. С медиками. Сделаем на двоечку. Отрядец на троечку, например. Кстати, поглядим, что у них вот здесь находится. Есть ли у них вообще здесь что-нибудь, где не должно быть. Бедный крейсер. Он все-таки убил нашего Марика. Ну ладно. Что ж сделаешь, действительно. Давайте построим здесь еще энное количество туреток. Подкатилось еще 4 танка. Замечательно. Мы их укатим еще дальше. Это как раз по мне. Дайте мне цель.
Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Думаю, где-нибудь. Вот здесь вот это будет просто великолепно. Замечательно. А что у нас здесь? Здесь больно очень. Опять-таки. Больно. Больно, больно мне смотреть на это дело. Может, мне кто-нибудь заплатит? Так. Не знаю даже, подстрой еще, например. Остановка ад. Это хорошая остановка. Давайте сразу уже вот сюда вот посылать. Ну, чтобы совсем не ждать ничего. И выдвигаемся. Поехали. Так. Здесь у нас, к сожалению, пока ничего не видно. Будем проверять. Что? Вы решили убить меня? Не получится, ребята. Так. Где у меня там? Прекрасно. Мой любимый принимаю обзервер. Не сомневайся. Да, сэр. Раскладываемся. Ну, погоди. Приветствую, командир. Складываемся. Дайте мне цель. Проезжаем вот сюда вот. И раскладываемся еще раз. Убиваем этих гадов. Так, где там мой любимый отрядец? Ну ладно, они разберутся, собственно, сами. Так, вас, ребята, надо. Дайте мне цель. Давайте, давайте, вы должны его раздолбать раньше. Отлично. Прекрасно. Служу. Теперь вот этим вот всем делом складываемся. Проходим вот сюда быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Раскладываемся. Берем все вот эти танки. Посылаем их сюда же. Офигенно, просто один рабочий убил пол моей армии. Я обожаю танки за то, что в момент раскладки они просто идиоты. Так, чё, по своим, да легко. Где-то здесь есть минки. Эй, леди, давайте вы не будете подходить к опасным зданиям. Без остановок. Пошел, пошел. Замечательно, проходим дальше. Будет больно.
Ну, танку, правда, не так больно, как кажется, но окей. Принимаю сообщение. Вас служил. Принимаю сообщение. Привет, командир. Слушай, давайте просто сюда проведем вот этот отряд. По идее, там никого нету, да и если бы были, детектор бы обнаружил минки, например. Если головка болит, я тут как тут. Врачебная помощь. Ну и дорога. Давайте все вместе пройдемте уже, а. Не-не-не-не-не! Так, а где мой детектор-то? Почему он не палит ничего? Пока. Все, уничтожаем. Собственно говоря. Складываемся. Давайте убивайте. В принципе, я доволен. Цель миссии как бы выполнена. Я засек флагманский корабль Доминиона на РАД-3 на низкой орбите. Похоже, император собирается сбежать. Получаю входящее сообщение. Это император Доминиона Тиранов Мэнс. Я желаю переговорить с вашим исполнительным офицером. Итак, сам Арктурус Мэнск. Я надеялся переговорить с вами лично. Я адмирал Жерар Дуголь. Должен признаться, вы действительно достойный противник. Благодарю вас, сэр. Но вы должны знать, что ваша победа здесь не имеет большого значения для меня. Я все равно не перестану бороться. Теперь и против вас. Это кажется маловероятным, сэр. Особенно, когда вас выставят вместе со всеми вашими офицерами. Вы не посмеете. Ха, и это называется император. Вы уже давно погубили свою репутацию, Мэнгск. Капитан, возьмите императора под арест. Вам придется изменить планы, господа. Только что был засечен нашими датчиками. Он сопровождается небольшим флотом протосов. Что? Это еще кто? Джим Рейдер? Что, черт возьми, ты здесь делаешь? Спасаю вашу задницу, Арктурус. Так что заткнитесь и сидите тихо. Не ошибайтесь на этот счет. У нас к вам свой разговор. А прямо сейчас кое-кто хочет, чтобы вы были живы. Это неслыханно. Убежал прямо у нас из-под носа. Поймать его! Поймать его! Вот такие вот, ребята, у нас дела. Ну что ж, с вами был, как всегда, Дезертир. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.